Kherson has put up with so much. First of all, it was invaded by the Russians, taken over by the Russian military. There's been constant bombing. When they retook Kherson City and part of Kherson region just at the end of last year in November, they thought perhaps they could get their lives back together again. And now this has happened. But it is remarkable talking to the people living in the city about how resolute, how resigned, and how markedly calm they are. Девушка приехала из Америки в Херсон, которые бомбят, и небезопасно жить. Она ходит сейчас вот в воде и транслирует новости. Я ей очень благодарна. She is a very brave journalist. Rising all the time. I mean, just in the short time that we've been here, it's risen by at least a couple of inches. Just in the houses down on the next street, it's rising up and up and up. Она рассказывает всему миру, что вода поднимается constantly. Еще несколько часов можно было по этой улице ездить. Она показывает Тут же возникает вопрос, кто провел этот взрыв, русский или украинец? Она говорит, ну кто страдает, тот точно не взорвал, сам себя взрывать не будешь. Страдает именно украинцы, они с этой стороны и с этой стороны, чуть-чуть разница небольшая. Ну то есть везде украинцы живут, и слева, и справа берега. А вот русские же, они ушли оттуда, русские сбежали. Им-то что от этого? То есть они сделали то, что хотели. Они хотели убить людей. Они хотели... Это, наверное, еще планы идут еще куда-то. Это какой-то один кромешный план, в котором выигрывают только русские. Поэтому это взрыв был произведен именно российскими войсками. Laws set up to be enacted and protect civilians during wartime. Ну, это противозаконные действия во время войны, чтобы погибали невинные гражданские люди. Это был террористический акт против гражданского населения, она говорит. Вот она показывает, как... The rescue operation going on, a lot more boats here today compared to yesterday. They're going in and picking out mainly elderly, увозят пожилых людей, либо людей, которые не могут сами ходить. Еще совсем недавно можно было ходить здесь, а теперь только на лодке добраться. Я не представляю, что переживают украинцы сейчас. Каждый украинец, где бы он ни жил.